В актовом зале 2-го Одинцовского лицея собрались учащиеся с 7 по 11 класс. Свободных мест нет. Ко Дню защитника Отечества, который пришелся на каникулы, ребята из школьного Кива, клуба интересных встреч, подготовили патриотическое мероприятие «Честь имею». Это мероприятие – это память о наших дедах, о наших прадедах, о наших братьях, о нашей стране. Это страница нашей истории, поэтому придумывать ничего не надо, выдумывать героев не надо. Они есть, просто о них нужно знать. В гости к лицеистам пришли офицеры и ветераны Афганской и Чеченской войн. У каждого множество наград. Они поделились с ребятами личными историями о своей службе, говорили о чести и воинском долге перед Родиной. Для героя России Александра Головашкина День защитника Отечества – святой праздник, память о котором он сохранил со времен своего детства. Прежде всего вспоминаем тех, кто воевал в годы Великой Отечественной войны, старших офицеров, которые уже сейчас не в строю, офицеров и военнослужащих, которые сегодня выполняют свой воинский долг и охраняют наше Отечество. Ну и, конечно же, молодое поколение наших детишек, подростков, студентов, то есть все категории, скажем так, на нашего общества, да, потому что это им будущие защитники Отечества. У Александра Николаевича во 2-м лицее учится сын, поэтому он здесь частый гость. За активное участие в жизни школы и в связи с Днем защитника Отечества ему и еще двум папам учеников вручили благодарности. Это папы, к которым можно обратиться в любое время, я не знаю, наверное, дня и ночи. Это папы, которым мы обязаны и воспитанием, и учебой, и поддержкой. И многими-многими делами, которые они делают, возможно, в ущерб своему времени, но для нас с вами. С трепетом и уважением к истории нашей страны, а также ее защитникам относятся и сами лицеисты. Один из них – девятиклассник Владимир Уланов. Он мечтает стать геодезистом и усиленно готовится к этому. Военных в его семье нет, но он до сих пор помнит своего деда, ветерана Великой Отечественной. Считаю, что это очень важно, потому что надо помнить своих героев страны. У меня сам дед воевал в 1941 году. Я с уважением большим отношусь к ним, потому что они делают все для нашей страны. Не для карьеры, а для службы, правда. Я патриот. Наталья Гончарова, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».